22.02.2022. Эта дата регистрации брака будет стоять у 111 супружеских пар региона. ЗАГСы Тверской области работали с раннего утра и до вечера. Приняли всех желающих. Почему пары стремятся к красивым цифрам в свидетельстве? Помогают ли они в браке? И когда следующий горячий для регистраторов день? Обо всем этом в нашем сюжете. Выбор даты свадьбы – аттракцион, степень изощренности которого зависит от того, сколько требований к дню X у каждой конкретной пары. Это потом будут совместный ремонт, выбор имени для ребенка и много чего еще. Сейчас – свадьба. И за красивые даты в свидетельстве о браке и штампе в паспорте приходится побороться. 5 двоек сделали свое дело. В этом году они выпали на вторник. Откровенно говоря, не самый популярный для бракосочетания день. Но тут подфартило. 23 февраля – выходной. На 22 февраля 2022 года ЗАГСы Тверской области приняли 111 заявлений. 50 пар пришли во дворец бракосочетания. Это, конечно, превышает обычное количество, потому что сегодня вторник, и обычно регистрация в этот день составляет 15-17 пар. Вот, но сегодня мы ждем все 50. Для Александра и Любови двойки – магические цифры. Оба родились 22 числа. В эту же дату они познакомились. Более того, их будущий малыш должен появиться на свет 22 августа. Так что вопросов, когда идти в ЗАГС, у пары не было. Правда, по признанию Александра, прыгнули в последний вагон. Заявление подавали 3 декабря. Нам уже предложили почти последнее время, которое было, и не торжественная часть осталась. Чтобы 22 февраля стал еще более праздничным, медиахолдинг «Тверской проспект» пригласил пару на единственную в Твери обзорную площадку, что на Смоленском переулке 29. Здесь на высоте 77 метров можно провести волшебную фотосессию. Она станет украшением не только семейного фотоальбома, но и навсегда сохранится в романтических воспоминаниях молодоженов. К поздравлениям присоединился и магазин товаров из Индии «Виджай». На кухне молодой хозяйки не будут лишними специи и травы, различные масла, которые значительно разнообразят самое простое блюдо. Ну и, конечно, для невесты индийская косметика, которая благодаря своей натуральности в последнее время все больше завоевывает сердца женщин. В магазине товаров из Индии представлено огромное количество производителей этой экзотической натуральной продукции. Спрос на регистрацию брака в красивую дату есть в любом регионе России. Но одним приходится побороться за волшебные цифры, а другим они достаются по стечению обстоятельств, как Юрию и Елизавете. Если честно, хотели в январе, получилось только вот эта дата была свободна. Ну да, выяснилось, что вот попозже и предложили эту дату, потому что было место. Мы, если честно, об этом даже не думали. Нам сказали просто, это такая дата, а вы, может быть, в эту дату захотите. Да, предложили, мы согласились. Несмотря на дотошность некоторых в выборе даты, Елизавета уверена, что на качество семейной жизни это не влияет, но однозначно говорит о том, как человек относится к браку. Наверное, ничто так не сближает, как совместные семейные завтраки, обеды и ужины. Создать благоприятную атмосферу во время приготовления блюд и приема пищи поможет Академия посуды. В компании уверены, вкусно готовить и красиво сервировать – это возможно. Магазин Академия посуды предлагает большой ассортимент предметов, сервировки кухонного инвентаря и подарочных наборов на любой вкус. Загляните сюда, вы останетесь довольны ценами и богатством выбора. Если вы только планируете свадьбу, то познакомьтесь с проектом «Моя свадьба» на портале «Панорама.Про». Удобный формат поиска профессионалов по проведению незабываемого события в жизни каждого человека. Здесь размещены компании, которые избавят молодоженов от лишних хлопот и переживаний, создадут праздничное настроение и качественно выполнят свою работу при организации свадебного торжества. Особо нужно подходить к выбору обручальных колец. Это, наверное, самый знаковый атрибут свадебного торжества. Именно он выставляет на показ семейный статус человека. Обязательно загляните в ювелирный салон «Жемчужина». Здесь огромный выбор колец на любой вкус известных брендов. А профессиональные консультанты помогут найти подходящий вариант украшений. В праздничный день салон «Жемчужина» подарил молодоженам сертификат на покупку ювелирных изделий. Кстати, отличная идея к предстоящему женскому дню. А для тех, кто только собирается скрепить себя узами брака, добавим, что ближайшие знаковые даты для бракосочетания приходятся на начало мая. Красная горка и День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля.